Друзья, всем привет! Вы на канале Whiteville. Мы находимся в бизнес-бэе в Дубае, на вершине башни Валанта, 34 этаж. Будем сегодня смотреть огромный пентхаус, почти 2000 квадратных метров. Здесь есть все: инфинити-бассейн, барбекю-зоны, лифт, домашний кинотеатр, огромные лаунж-зоны. Кайф! Пойдемте скорее смотреть! Высота потолков достигает 9 метров. Здесь вполне можно проводить матчи NBA. С этого балкона можно изучить практически всю географию Дубая. Вид на 360 градусов. Пожалуй, я здесь и останусь. Друзья, давайте я вкратце расскажу вам о всех параметрах данного пентхауса. Здесь 1844 квадратных метра, 4 спальни и 7 санузлов. Гостиная с высотой потолков 9 метров, а также домашний кинотеатр на 9 посадочных мест. Бассейн, трехуровневая терраса, сад с лимонным деревом, 2 кухни, кабинет, отдельная жилая зона для персонала, собственный лифт и панорамный вид на 360 градусов, вид на весь Дубай. Здесь очень приватно, нету соседей, можно играть музыку очень громко, проводить тусовки, вечеринки и всячески веселиться. Это отличает этот пентхаус от виллы, потому что у виллы у вас всегда будут соседи, ну, по крайней мере, в Дубае. Здесь практически нет таких вилл, которые на большой территории, потому что эту территорию надо озеленять, облагораживать, это очень дорого, и люди не идут на это. Здесь же... Здесь никого нет. Здесь тишина, спокойствие или громкость и тусовка. Пентхаус находится в премиальном здании Валанта. Это 34-этажное здание, и этот пентхаус занимает последние 4 уровня этого здания. В доме есть Валанта-клуб, спа-центр, ресторан, тренажерный зал и другие сервисы для жильцов этого дома. Здание находится в бизнес-бэе. Здесь 5 минут до Бурдж-Халифы, 8 минут до пляжа и 15 минут до аэропорта. Поднявшись на 34 этаж, мы попадаем во входную группу. Здесь у нас висит произведение искусства, напоминающее арабскую вязь. Вот это вход для персонала, а вот тут у нас вход для жильцов пентхауса. Через главный вход мы попадаем в прихожую. Справа у нас общая гардеробная. Если бы тут была зима, то здесь бы, наверное, были уги, валенки, шапки и прочие атрибуты зимней жизни. Но у нас тут Дубай, и здесь тепло. Первое впечатление ошеломляет. При входе нас встречает огромное количество картин. И складывается впечатление, что мы находимся не в квартире, а в картинной галерее. Из прихожей мы попадаем в самое большое помещение в данном пентхаусе. Справа у нас лаунж-зона, слева гостиная и далее столовая зона. Здесь очень светло и просторно, не только за счет огромной площади пентхауса и высоких потолков, но и за счет панорамных окон, которые проходят по всему периметру пентхауса, практически на 360 градусов. Более 60% всех помещений этого пентхауса имеют окна, даже гардеробные и санузлы. Это отличает этот пентхаус от классической виллы. В гостиных зонах, спальнях и практически всех помещениях полы покрыты травертином Silver Romano Classico. Обратите внимание, что на нем практически не видно стыков. Это выглядит очень круто. Стены покрыты травертином Navona. Он на ощупь не так холоден, как гранит. Также хочу обратить ваше внимание на размер этих слэбов. Они идут от пола до потолка и нестандартно порезаны. Дизайн гостиной выполнен в современном стиле. Здесь можно посадить пару десятков человек, так что это помещение идеально подходит под праздники, проведение бизнес-встреч и прочие мероприятия. А также, если вон туда повесить баскетбольное кольцо, здесь вполне можно проводить матчи NBA. Высота потолков достигает 9 метров, а эти окна 8 метров. Здесь открывается прекрасный вид на Бурдж-Халифу. В этом интерьере преобладают геометрические формы. Они везде. Барная стойка, мебель, стены, интерьер, ну и, конечно же, дизайн лестницы. Этот эффект усиливает скрытая подсветка в стенах и потолках, добавляет дополнительный объем помещения. Вся мебель сделана на заказ и привезена из Италии. Диваны фирмы Minotti. А вообще, я обратил внимание, что здесь очень много Fendi. Ковры Fendi, покрывало Fendi. А также мне очень понравилось вот это кресло. Оно удобное и с очень красивым паттерном. Hello? Yes, delivery. Yes, yes, I have made an order.
Please come to the 34th floor, the penthouse. Чертовски приятно говорить 34-й этаж, пентхаус. Друзья, если вы хотите приобрести недвижимость в Дубае для жизни или для инвестиций, переходите по ссылке в описании и скачивайте наш каталог. Наши эксперты компании Whitewell помогут вам во всех касающихся недвижимости вопросах. С этого балкона можно изучить практически всю географию Дубая. Посмотрите, здесь у нас Бурдж-Халифа и Бизнес-Бэй. Вон там у нас DIFC. Здесь внизу Дубай-канал. Туда вид открывается на Бурдж-Аль-Араб, знаменитое здание парус. А внизу есть причал для яхты, то есть владелец этого пентхауса может сюда приплыть и прямо снизу подняться в свой пентхаус. На террасе у нас идеально подходящий для завтраков стол, так как восход, он с той стороны здания, и сюда нет попадания прямых лучей солнца. Также хочу ваше внимание обратить вот на эту зону. Она идеально подходит для любителей кальянов. Мебель здесь итальянская, фирмы «Атмосфера» очень удобная. Учитывая то, что это 34-й этаж, воздух здесь более свежий и чистый. Это большое преимущество перед виллой. В Дубае большое количество недвижимости в данной ценовой категории, но они не имеют ничего общего по наполнению, локации и видами, которые открываются с этого пентхауса. Пойдемте покажу вам лаунж-зону и кабинет. Все картины и предметы искусства, которые вы тут видите, относятся к частной коллекции владельца пентхауса, так же, как и музыкальные инструменты. Здесь мы увидим два дивана Миноти и два очень красивых кресла Миноти. Обратите внимание на паттерн этого материала. Еще мы здесь видим две птичьи лапки, которые покрыты полудрагоценным камнем, агатом, и представляют собой два очень удобных журнальных столика. Здесь все в лучших традициях американского кино. Гости могут покурить сигары, послушать музыку, попить коктейль с видом на закат. Справа от меня находятся еще две спальни, они каждая со своим санузлом, но в них мы заходить не будем. Пойдем дальше. А это кабинет. Это помещение уединенное за счет того, что находится вдали от всех остальных жилых помещений этого пентхауса. Также хочу отметить, что здесь очень комфортно работать в первой половине дня, так как восход вот там, и сюда не попадают прямые лучи солнца. Из многих апартаментов в Дубае Бурдж-Халифу можно увидеть только через телескоп. Здесь же ощущается вся фундаментальность данного строения, и его видно практически полностью. С этой стороны гостиной у нас находится обеденная зона и барная стойка, которая выполнена из металла в том же стиле, что и лестница. Здесь у нас обеденный стол на 14 персон. Он из дерева и выполнен из двух пород, темного и светлого. Над столом у нас висит что-то, напоминающее люстру. Но это не люстра, это арт-объект, который подсвечен спотами из потолка. Здесь у нас подвесные тумбы в таком же геометрическом стиле, как лестница и барная стойка. Пойдемте дальше, я вам покажу кухню. Начнем обзор кухни и маленькой такой более семейной лаунж-зоны. Здесь у нас диван, хорошего размера телевизор. Здесь можно проводить время с семьей, смотреть футбол, вечером мультики с детьми, фильм с женой. Также хочу обратить ваше внимание на отделку вот этого стола и того стола. Они оба сделаны из кожи, но дам вам подсказку. Кожа разных животных. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете, из какого животного сделан этот стол и этот стол. Кухня выполнена знаменитым немецким производителем кухонной техники Bulthaupt. Они славятся своими интересными решениями, очень эргономичными. Значит, здесь у нас огромное количество места для хранения, плита Miele, раковина. Здесь еще огромное количество мест для хранения, холодильник и техника Miele. В этом углу у нас дополнительные места для хранения и винный шкаф. Здесь у нас вторая кухня для шеф-повара, которая оборудована всем для того, чтобы готовить еду на большое количество гостей. За этой дверью у нас комнаты для персонала. У них там есть все удобства: души, кухни, спальни и отдельный вход в этот пентхаус, для того, чтобы они никак не пересекались с жильцами квартиры. Друзья, с первым этажом мы закончили. Пойдемте поднимемся наверх, посмотрим, что там.
Лестница – это доминанта данного помещения, она сделана из черного мрамора. Хочу обратить внимание, что контраст белого и черного подчеркнут подсветкой. Хочу обратить внимание на эту люстру, она идет от потолка и практически до самого пола, сделана из металла, и такая она немножечко кинетическая. Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в бильярдную зону. Здесь можно поиграть с друзьями, но при этом не терять, так сказать, связь с остальными гостями, потому что у нас открывается отличный вид на гостиную. Далее мы попадаем в мастер-спальню, которая, по сути, является отдельной квартирой. Здесь у нас есть маленький уголок для занятия фитнесом, свой балкон и вот это непосредственно зона для сна. Из этой спальни открывается потрясающий вид на закат. Это западная сторона, солнце садится прямо вон там. Соответственно, из кровати можно наблюдать за потрясающими видами. Здесь у нас много мест для хранения, фасады отделаны деревом. Хочу обратить ваше внимание на глубину шкафов. Вон там сколько места. Пойдемте покажу вам гардеробную. Эта гардеробная очень светлая. Обычно гардеробные находятся в закутке квартир, и там нет окон. Здесь же огромное панорамное окно, с которого открываются потрясающие виды как на закат, так и на марину, которая виднеется вон там вдалеке. Это ванная комната. Стены, полы и раковины у нас отделаны мрамором и травертином. Здесь также имеется огромный джакузи, телевизор и тропический душ с санузлом. Хочу обратить внимание, что здесь очень вкусно пахнет. Идем дальше. Друзья, как вы думаете, что вот это такое? Пишите в комментариях. Сложно сказать, какая в этой квартире мастер-спальня, потому что обе они очень вместительные, как отдельная квартира. Здесь также есть гостиная с телевизором, балкон с террасной мебелью и большая-большая спальня с гардеробной. Это зона для сна. Здесь есть кушетка для отдыха, большой телевизор и с кровати открывается прямой вид на Бурдж-Халифу. Пойдемте покажу вам ванную и гардеробную. Здесь у нас зона для макияжа. Хочу отметить, что замок кодовый. Скорее всего, хозяйка хранит здесь ювелирные изделия, но мы не будем трогать и даже заходить туда. Тут у нас двойная гардеробная бутикового типа. Шкафы сделаны итальянской фирмой Polyform. Пойдемте дальше, посмотрим на гардеробную хозяйки. Но мы посмотрим буквально краем глаза, потому что не хотим нарушать личное пространство хозяев. Из гардеробной мы попадаем в смежную ванную комнату. Здесь опять же очень много света, джакузи, две раковины. И примечательный факт – это то, что здесь два туалета, один для него и один для нее. Еще из прикольных фишек – здесь тропический душ с огромным окном, то есть можно мыться и смотреть на виды Дубая. Ну и, конечно же, есть телевизор. Посмотрите, какая на стене классная мозаика. Как вы думаете, это Аполлон или Венера? А это домашний кинотеатр. Здесь есть барная стойка, очень удобные кресла. Садишься и нажимаешь на кнопочку. И все. Вот сюда вот попкорн ставишь, и вообще не хочется отсюда вставать. Пожалуй, я здесь и останусь. Пентхаус четырехуровневый, поэтому, конечно же, здесь есть лифт. И теперь мы попадаем в самое интересное место – терраса. Как только мы выходим из лифта, мы сразу попадаем в лаунж-зону, которая выполнена в средиземноморском стиле. Здесь очень много растений, больше 50. Хочу обратить ваше внимание на это дерево. Это лимонное дерево, и вон там висят плоды. Тут у нас барбекю-зона, а вот там зона души для тех, кто хочет ополоснуться после бассейна. Поднимаемся на террасу. В Дубае не так много террас многоуровневых. Здесь мы видим инфинити-бассейн. Удобные зоны для отдыха. Также хочу обратить внимание на псевдокострища. Они газовые, с вулканическими камнями. Это очень красиво выглядит, когда горит. Здесь удобные зоны для отдыха. Можно полежать, позагорать. Также хочу отметить, что есть лежаки в бассейне, поэтому можно достаточно, так сказать, с прохладой лежать и отдыхать. Также хочу отметить, что тут есть профессиональная аудиосистема, которая встроена. Колонки не видно, но звук есть. И нету вообще никаких соседей, так что можно проводить отличные вечеринки. Еще хочу сказать, что вот это оливковые деревья, им как минимум лет по 300. Их сюда привезли, не знаю откуда, но они здесь прижились. Ну и, надеюсь, иногда плодоносят. Здесь у нас барная зона с холодильниками, раковиной. Ну и все, что нужно для создания комфортных условий работы для бармена. Пойдемте дальше на следующий уровень.
И с этой террасы открывается вид на 360 градусов на весь Дубай. Если вас заинтересовал этот пентхаус, переходите по ссылке в описании, мы вам пришлем презентацию со всеми подробностями и стоимостью. А если он уже будет продан, мы вам подберем что-то еще более интересное. Я провел целый день в этом пентхаусе и очень кайфанул. Если вы вместе со мной кайфанули, пишите в комментариях, что вам понравилось. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Адьос!